Приветище! Это Рэтчет и Кланк, и мы продолжаем. Мы продолжаем становиться Хотя нет, мы уже рейнджер. Рейнджер, и можем кое-что себе прикупить. Например, протонный барабан, который стоит 4000 болтов. Ёпарасоте. Наконец-то мы его берем. Кстати, мне в комментариях писали, что в прошлой серии я прокачал что-то не то. А это что такое? Этот скромный синтеноид запрограммирован защищать своего оператора на поле боя. Круто! Я могу потом себе дрона этого купить. Но сперва перейдем к улучшению. В общем, огнебластер я тогда прокачал, да, это огнемет. Вот, а нет, воспламенитель это огнемет, или что? Нет, огнебластер. Что-то я запутался, мальца. Да, пушка, конечно, огонь. Ей пользоваться мы сейчас научимся, но сперва я хочу выбрать другое. Вот, например, вот это вот у нас... Точно, да-да-да. Я прокачал тогда огнемет. Блин, ну это чертовски странно, что вот этот пистолет назвали воспламенитель, а вот это огнебластер. По идее, бластер для меня это пистолет. Вот серьезно, ну бластер же все-таки. Так, хорошо, давай попробуем новую пушку. Вот так вот она выглядит. Куда нам нужно идти и что вообще сделать? Есть у нас задание? Найдите путь в зал героев. Точно, точно, я про это совсем забыл. Значит, ладно. Обходные пути у нас тут есть, туда нельзя. Сюда бежим. Еще же нам нужно починить робота. Так, ребята, спокойно. Получайте. Оу, ого, как она разматывает, интересно. Прикольно. Это очень классно. Даже ничего делать не надо, просто стоишь и смотришь. А это кто такой? А, сюда надо электричество потянуть. Необходим лазутчик. Лазутчика у меня пока нету. А вы наши или не наши, ребят? Держите. Кстати, пока вот их бьет вот этот шар, я могу достать свой бластер и пострелять в них. Вот таким вот макаром. Ладненько, возвращаем ствол. Можно даже проделать то же самое с огнеметом. В принципе. Вот это подорвем сейчас. Вот это взрыв. Стой, вот сюда надо. Отлично. Мне нравится эта пушка. Очень классно. Лови! Черт, заряды кончились, что ли? Подожди. Да, у меня, короче, патроны закончились. Все, переходим, значит, на воспламенитель. Воспламенитель. Да ё-моё, я не воспламенитель хотел. Вы меня спутали. Вот что я хотел. Сейчас я из вас шашлык сделаю. А ты что там летаешь? Граната. Куда ты хочешь вылезти из своего транспорта? Опа, еще и... Какая-то собачонка меня за жопец кусает. Ну хватит уже. Так, бластер. На тебе. У меня 1% новый уровень воспламенителя. Плюс 40% к урону, скорее всего. Наносите противникам урон, чтобы повысить уровень оружия. С каждым новым уровнем открываются новые улучшения с использованием радитана. Сейчас бластером вначале постреляем, гранату в собак. И там сейчас разберемся. Опа. Готовченко. Значит, берем... Ой-ой-ой, тихо. Берем пушку новую. Я бегу. И вон туда. На вам. Еще и подмога пришла. Вообще атас. Главное, грамотно уворачиваться. Все остальное по боку. Они зовут меня Локбок. Ну, это типа раса или как-то там. Не Локбок, а как-то там. Это моя раса. Типа я же не совсем лис. А инопланетный лис. Так, закончились патрики. Разбиваем, что-то взяли интересное. Светящиеся. Тоже потом разберемся. О, горшки тоже ломать можно. Ладно, пофиг. По барабану на них. С горшков болты сыпятся. Хм, забавно. Рэтчет, ты все еще у Элла? Почти на месте. Как насчет пометать свой крутой гаечный ключ? А то с патронами напряг, ребят. Воспламенитель. Нет, не то. Вот это вот я хотел. Там ребята, по-моему, не понимают, что я тут появился. Ага, огнебластер. Которым я не умею пользоваться. Потому что вы далеко. Для рай для ломбоксов. Ломбокс, вот. Как моя раса называется. Не вижу его. Куда он делся? А я здесь. Значит, берем гранаты. Давай гранаты. У меня полный карман и гранат. Ребята, держите. Вот так вот. Черт, промахнулся опять. Не попал ни в кого, ни во что.
Готов. Еще чуть-чуть. Да, ну... О, новый уровень у гранат. Шикарно. Ну, было написано, чем чаще ты используешь какое-то оружие, тем оно быстрее прокачивается. Так, ну теперь в тебя. Ну что такое? Давай, 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 гранатка. Есть, есть, есть! Размотал. Надеюсь, здесь будут запасы, а еще бы мне здоровье поправить. Ага, отлично. Заходим. Обалдеть! Я умер и попал в рай! Ты посмотри, у них есть мой раскаленный бластер, фангоид с тросточкой, космический лось Спира. Тут даже мега-ультра-издание игры «Непреклонность. Падение Бларгов». К ней прилагаются дополнительные материалы, если сделать предзаказ через гаджетрон. Видимо, это насчет вас мне Кора звонила. Вам нужен летный ранец, да? А вы верно, Большой Эл. Рад знакомству. Я Кланг. А это Рэтчет. Ну, кто друг Коре, тот и мне друг. У нас с ней как бы романтические отношения с неопределенными перспективами. Ага. Запрыгивайте на верстак, сейчас я вам все сделаю. Просто переставим микросхему, подключим порт данных и... Опа! Попробуйте! На вид здорово! Вернуться в зал героев очень просто. Двигайся в эту сторону, пока не дойдешь до станции. А там садись на поезд. Только я сперва в магазинчик забегу. Все, чтобы сделать героев еще героичнее. Боеприпасы прикупим. 4 камня. Давай воспламенитель качнем. Скорость стрельности вкачиваю. Пока что все. Все заряжено, все огонь. Можно пользоваться. Что ж, погнали. Вот это я сейчас сломаю гаечным ключом. Короче, гаечный ключ — неотъемлемая часть, когда не хватает патронов. R1. О, круто! Кланг. Точно, кланг же летать теперь умеет, как вертолетик. Хоп. А теперь на ранец. И все. И тут добиваем этих собак. По красоте просто. Ой, как вас тут много. Ого-го. Стой, 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 стой. Нужна вот эта пушка. Кидаем туда. Теперь бластер. Посмотрим, на что ты способен, бластер. Ну, по скорострельности, да, он стал быстрее стрелять. Можно было вот это взорвать и все, в принципе. Пока все хорошо. Сколько болтиков-то. Недалеко от станции. Сейчас скоро разберемся. Что по целям у нас? Найти поезд до зала героев. Окей. Опа-на. Стелс. Стелс у нас есть? Вот это не стелс, нифига. Зачем я выстрелил? Обычно кнопка, которая отвечает за стелс, она у меня тут отвечает за огонь. На-на-на-на-на-на. Косточку тебе. Да, и сзади еще. Проказники какие, не гадники. Гадники. Все? Тьфу ты. Что ж, попыточка номер 2. Походу, здесь я буду помирать достаточно много, на этой планете. Очень вооруженные до зубов противники. Хорошо. Давай-ка мы попробуем, значит, не по стелсу. Стелса у нас тут нет так такового. А просто гранаты. Вот и хорошо. Готов. И еще одному вон туда. Ну и куда ты убежал? О, так они живы. Ребят, я думал... Нифига себе не живчики. 4 гранаты на одного? Это, кажется, много. Хотя они такие здоровяки, что... Хорошо, переходим на новую пушку. Воу-воу-воу-воу-воу. Тут меня пульнул. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спокуха, ребята. Что-то вы много стреляете. Держите. Уходим, уходим, уклоняемся. Переключаемся. Отхватывают они гаечным ключом, отлично. Дальше переходим на стрельбу. Опа. Пока все хорошо. В рукопашечку, давай. Есть. Есть. Блин, чертова собака откусила от меня руку, по-моему. Или что там, или ухо мое. Ну это бзаца был. Такое месиво в такой игре. Ладно, ловите. По-хорошенькому вот так вас сейчас электричеством поднапряжет.
не всегда вижу патрон, который летит в меня. В таком мессиве взрывов и стрелялок очень сложно что-то запалить. Так, переходим. Выкусил песик. Нужно восстановить справедливость, дать отпор негодяям, позовите галактических рейнджеров. Для нас не бывает слишком больших или слишком маленьких. А, их можно же просто сбрасывать отсюда. Мы же с тобой высоко, далеко. Не запёсили, мне туда кинул эту гранату. Снарядик, точнее. Все, кажется, я разобрался. Фух. Ладошечки мальца вспотели. Они вон там еще наверху есть. Так, так, так. Держи. Спокойненько. Не кипишуем. Все, все выкусили. Смотри, как они разлагаются быстро. Круто. Никаких трупов в этом мире. Все разлагается довольно быстро. Все, погнали. Поезд у нас налево. Сядьте на поезд до зала героев. Не проблема. Отойдите от края платформы. Поезд А. Вот он. Оу. Внимание, пассажиры. Из-за вторжения все поезда могут быть за... Вон она. Пойдем. Прокатимся. Бегу, бегу, бегу. Привет, здоровяк. Отхвати моего гаечного ключа. Там ему кто-то сверху помогает. Да чтоб они и собаки-то эти, а. Аж бесят. Так, я туда допрыгну. Я допрыгну. Давай, давай, вентиль. Ну почему ты так плохо сработал? О, карточку еще какую-то поднял. При падении умудрился карточку поднять. Так, она у нас где? Коллекция карточек. Про карточки мне тоже писали, что плата кизель. Не буду ничего читать. Про карточки тоже почитал в комментариях. Говорят, что это просто карточки собираются. Толку от них как бы, ну, ошибка-то нет. Вначале мы разберемся вон с тем типом. Вон она. Пойдем. Прокатимся. Смотри, когда я подхожу поближе... А, здесь надо было делать вот так вот. Не так. Вот как. Вот я деревня. Следующая остановка сейчас будет. Ну, окей. Погнали туда-сюда. Туда-сюда. Вон туда и не туда. Ого. Я думал, там пушка, а там этот красный чувак стоит. Годзилла. Красный Годзилла. Мы должны им помешать. Как насчет пульнуть сюда чем-нибудь? Например, гранатой. О, да. Все раскурочил. Оп, нифига себе, повернул поезд. Неудобняк как-то вышло. Есть. Еще один. Все, упал. Четко. Подбираем патрики. И сейчас прокрутим эту штуку. А, вон оно чего. Главное не промахнуться. Давай. Опа. Было бы неприятненько упасть. Привет, собачки. Давай-ка отведай вот этого штуку. О, новый уровень, отлично. Выкусил моего супер оружия. А вот это что за штука такая? Интересно. Просто пульнуть по ней надо. А, точно. Ой-ой-ой-ой-ой. Там был звездолет, и он улетел по моей вине. Я тоже надеюсь, что она не очень дорогая. О, паркурчик пошел. Какая злая рыбина. Гляди. Я уверен, рыбоубийцы тоже зачем-то нужны в хозяйстве. Там, знаешь, одна огромная рыба-убийца смотрит на маленьких пираний. Вот, это вот мне не очень нравится. Можно как-то это отстрелить? Просто. Вот, есть. О, на борту опасная живность. Пробегаем. Черт. Главное, чтобы меня эти щупальца сзади не схватили. Когда у меня уже будет пулемет какой-нибудь, я не знаю. С бластера стрелять, ну, прям не могу. Слишком медленно и долго. Есть. Чё, мне вниз? Окей. Музыка как из Джеймс Бонда. Всё, мы здесь.
Я уже почти добежал. Не, только не ты, дружище. Вот ты меня бесишь. Очень сильно бесишь. Чуть-чуть осталось. Надо потерпеть. Есть! Отличные новости. В этой бомбе заряд в 5 килотонн. Если она взорвется рядом с залом героев, будет катастрофа. Значит, надо торопиться. 5 килотонн, это ж капец. Черт. Стану вот здесь вот. Готов. Еще одна карточка. Дофига карт что-то посыпалось. Ого-го, вот эта очередь у меня прилетела. Когда поезд поворачивает, это просто ну невозможно. Черт, 4 хп осталось. Так, нужны дорогие методы. Например, граната. Живчик-то какой. Надо прокачивать оружие. А то эти перцы слишком мощные для меня. Есть! На этих бомбах датчики перемещения. Они взорвутся, как только окажутся в зале героев. Ясно. Значит, пора отчаливать. Сейчас отчалим. Просто отцепим, наверное, вот этот вагон и все. Industries через 3 дня. Значит, вам двоим придется пройти ускоренный курс. Ха! Так тебе, маменькин сынок 472. Что такое? Не нравится получать на орехи? Эй, Ларис. Ой, Бракс. Ларис заведует разработкой снаряжения и тактической поддержкой. Чаще первое. Тактика одна. Бей, беги, потом думай. И извини, я не то хотела сказать. В смысле? Идем, осмотритесь. Пойдем, кадет. Пора сделать из тебя рейнджера. Увидимся. Нам будет очень весело. Протокостюм. Самая совершенная броня на сегодняшний день и доступна во всех цветах осенней коллекции. Класс. Вот это круто. А что дальше? Десантируемся во вражеский тыл? Проведем суборбитальный бой? Успел, новичок. Далее базовая тренировка. Капитан создал эту полосу препятствий, чтобы мы поддерживали себя в форме. И на вершине удачи. Болт. Золотой болт. Пройдите полосу препятствий. Не проблема. О, кстати, и Кланк подбежал. Ну же, новичок, мы все прошли этот курс. Теперь твоя очередь. Бегу, бегу. Смотри, манекен капитана. О, сейчас я ему наваляю. Приветствую вас, кадеты. Добро пожаловать на курс из подготовки капитана Шпарка. Здесь я имущество галактического рейнджера. Это тебе за то, что ты меня не принял вначале в команду рейнджеров. Все, погнали наверх. Что за свисток? Надеюсь, я не на время все это прохожу. Таймера вроде нет. Поздравляю, ты достиг... Замолчи. Думаешь, за это больше очков дадут, что ли? Ничего я не думаю. Просто ты меня бесишь. Отлично. Тут у нас тоже полоса с препятствиями, только наверх. Сейчас я разбью коробочки. Замолчи, пожалуйста, ну не надо говорить. Мы уже слышали эту фразочку. Пока все просто. Без проблем, просто запрыгиваю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Успели. Пока могем. Пока показываем уровень. Как все быстро получается-то, а? Ты посмотри. Ждем, пока высунутся. Поздравляю, ты покорил башню силы. И главный подпорный ангель отвез мой приз, Рейнджер. О, мне приз обещает? Ну, давай посмотрим, что за приз. Тут ничего нет. Никакого тайничка.
Встаем. И куда? И как? Какой приз? Двойной прыжок, что ли? Окей. Золотой болт. Это вот он об этом призе, наверное, говорил, да? Ну, конечно. Меня, кроме болтов, ничего больше не интересует, походу, в жизни. Золотые болты открывают раздел дополнительно в меню паузы. Окей, буду знать. Пойдем на такси, сядем и поедем отмечать. Что-то я застрял, кажется. Блинский, я застрял. Хьюстон, у меня проблемы. Эй, капитан, вытащи меня. Капитан, ничего себе, как меня вниз скинуло. Черт, ну это уже все. Это... Смотри, 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 там внизу, видишь кто? Последний. Ты видел, там внизу кто-то стоял. Это, похоже, был лис из другой игры. Или кто это был? Он там до сих пор стоит? Ты увидишь, нет? Где-то он там был. Давай спрыгнем. Вон, 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 смотри. Кто это такой? Вот кто это стоит вон там? Прям дико интересно. Ну ладно. Ради этого можно было и вниз спрыгнуть. Может быть, это отсылочка какая-то? Все, в такси и едем праздновать. Погнали. Я вижу, ты прошел мою полосу препятствий. До чего же ты способный малый? Встретимся у входа в зал героев. У меня для тебя есть задание. Капитану не очень нравится, что я в рейнджерах, и то, что я прошел полосу препятствий. А вон, кстати, стоит капитан. Сейчас поболтаем с ним. Привет. Эй, кэп. Кэптен. Раз ты теперь один из нас, я решил, пора подогнать тебе новую тачку. О, джампер класса G! Это мне? Строго говоря, это собственность галактических рейнджеров, но если выживешь, то есть если выполнишь это сверхсекретное, но совершенно законное поручение, сможешь делать с ним что хочешь. Что за секретное поручение? Я называю его «Операция Падающая Звезда». Поздравляю, кадет! Ты выбран для участия в операции «Падающая звезда». Галактическая разведка донесла, что у председателя Дрека есть оружейная лаборатория в туманности G-34. Твоя задача — уничтожить этот сверхсекретный проект и никому, и это очень важно, об этом не рассказывать. Никогда. Это будет наш маленький секрет. Хорошо, но почему нельзя... Вопросы можно будет задать по окончании презентации. Необходимо пробраться в лабораторию, используя лазутчик, собственную смекалку, а также мужество, обычно характерное для более опытных рейнджеров. Проникни туда, уничтожь то, над чем он работает, и уноси ноги. Удачи! Я бы хотел тебя проводить, но мне срочно нужно на иглоукалывание. Позвони, когда доберешься до туманности G-34. Я рассчитываю на тебя, Рэтчет. Есть, капитан. Вот же он все-таки скотина, этот Кэп. Еще и проводить даже меня не осмелился. Говорит, я буду наблюдать за тобой издалека. Секунд. Так, и куда мы направимся? Агент Скида пропал где-то на Орите. Хочу слетать в Навалис и добить там доп. Задание. То, что в прошлой серии мы не нашли. Ну, привет, Навалис. Надеюсь, что тут тихо. Нет бомбежки, и никто не воюет. Yeah. Да я в рейнджерском костюме еще очень классно выгляжу. Короче, и где-то здесь у нас есть тайник. Но я пока не сообразил, где. Может быть, наверху? Но наверху вроде бы ничего такого нету. Карта, по крайней мере, показывает, что мы где-то здесь. Вместе тайника. Вот тут расщелина, смотри, какая. Может, ее подорвать надо? Подожди, где у меня гранаты? Давай кинем туда. У тебя талант все ломать. Опачки, а вот и тайник. Я тоже самое говорил. Комплект галокарточек у нас. Давай посмотрим, что там за комплект. Ух ты. Нифига себе. Прикинь, короче, за сбор комплекта нам дают бонусы в виде оружия, костюма и все такое. Вот, например, энергетическая граната, хотя там нарисована перчатка, громила пушка, уничтожитель B8. Если соберешь полный комплект, тебя зауважают коллекционеры по всей галактике.
плюс получишь апгрейды для снаряжения. Но все-таки главное уважение. И это точно. Но ништяк? Вот они, классные штучки всякие. Ладно, зайду в магазин, посмотрю, что там. Подрываем все это, забираем, и можно, в принципе, сваливать с этой планеты. В общем, нам нужно лететь на Аридию. Также мы можем слетать на G-34, но здесь нужно какое-то новое оборудование. Современное оборудование. За ним нужно заехать на Рилгар. А, на Лиргар, или как Иргар, как-то так называется планета, или что это, не знаю. Короче, нужно оборудование, которого у меня нет. Нужно его будет докупить. В общем, летим сюда, на Красную планету. Какая злая ухмылка. Стой, это там не Скит Макмаркс впереди? Вот это вот? О, это ж он. Ох, как же я рад, что вы пришли. Я тут всю ночь проторчал. Глазам не верю. Скит Макмаркс, я же все ваши гонки смотрел. В том году на Кубке Кервана вы сделали тройную сверхновую на втором махе. Всегда приятно встретить фаната. Я Кланг. Это Рэтчет. Ваш дядя получил инфоботы и попросил нас вам помочь. А я боялся, вдруг робот не доберется. Мы с моим агентом всю ночь убегали от этих бларгов. В конце концов потеряли друг друга в этой кутерьме, и я здорово шмякнулся, выходя из магазина. Чувачки, можете избавиться от этих песчаных акул и расчистить мне путь до корабля? А я вам за это свой скейт отдам. О, настоящий Макмаркс 4000! По рукам! За скейт повелся. Эх. Тут песчаные акулы. Стойте, ну, надеюсь, этот скейт реально крутой. Ну, подожди ты. Я хочу тут все осмотреть. В общем, мы сейчас с тобой докапливаем немножечко болтов и покупаем доп... Ого, какие акулы. И покупаем дополнительного бота, дрона. Так, он будет с нами идти или как? Ты идешь, нет? Нет, он будет там, походу, сидеть. Ну и ладно, сиди там. Возьмем бластер и постреляем вон в ту штуку. Огнемет сюда как-никак лучше подходит. О, новый уровень, отлично. Прокачали огнемет. Так. Теперь нужно понять, в какую сторону нам лучше бежать. Сюда или туда? Вот, смотри, это же корабль Скида. Где? Я его не вижу. Он тут большой? Или где? Или как? Наверное, вон та ракета. Сейчас. Попробуем туда пробраться. Главное, чтобы акулы не откусили от меня что-нибудь лишнее. Точнее, у меня нет лишнего, у меня все нужное. Сейчас чуть еще в трясину меня не засосало. Ой, больно. А ну отошли от меня, голодные рты. Кия. Вот тут еще надо тоже подразобраться. Ой-ой-ой. Огнемет. Отлично справляетесь. Осталось всего ничего. Нифига себе, тут засасывает хорошо так. Я полагаю, осталось еще несколько акул. Мистер Зуркон тут сказал мне, что хочет пойти с тобой. Заскочи ко мне и купи его, пока мистер Зуркон не передумал. Окей. К кораблю мы путь прочистили, теперь бежим. Бежим. О, нам нужно вот сюда заскочить и вот сюда заскочить. Капец. Но, кстати, корабль нам почему-то не засчитали. Почему не засчитали корабль? Мы же его вот... Ну ладно. Побежали в другую сторону. О, там еще какие-то летающие твари есть. Дико интересно, что они будут со мной делать. Надеюсь, никак не отреагируют. Мне очень хочется еще драться с летунами. Готово. Еще есть? Нет, а вот и летуны, собственно. Надеюсь, им начхать на меня и на мои уши.
Готово. О, сюда можно пролезть. Нужна граната, наверное. Сейчас попробуем. Ну да. Есть проходик. А значит, и есть тайничок. Золотой болт! Никогда не думал, что лисы умеют жонглировать болтами. Но, видимо, это особый лис. Инопланетный. Чешем теперь. Не знаю куда, но куда-то чешем. Главное, в болото не упасть. Тут все. Наверное, налево пойдем. А, налево тоже ничего нет. Звездочка какая-то появилась. Нам нужно вон туда наверх подняться. Не вопрос. Сейчас залезем. Сократил путь небольшой. Опа. Ой, гранаты в руках. Огнемет-то где? Огнемет достаньте, пожалуйста. Сзади. Мне нужна еще моя попяция. Пятая точка, точнее. Ну, наконец-то. Это было потрясно! Спасибо за помощь! Держите свой скейт! Ух ты! С автографом! Рэтчету и Кланку самым отвязным чувакам, с которыми я когда-либо тусовался на враждебной планете! Клево! Вы сможете сами добраться до корабля? Все будет чики-пуки! Хотя вряд ли я теперь смогу поучаствовать в гонке в Блэквотер-Сити. Жаль, конечно. В смысле? Эй, вы часом не видели моего агента? Мне как-то стыдно, что я его там бросил. Он с дикой природой не ладит. Кленк такой глупый вопрос задал. Ты сможешь добраться до своего корабля? Спросил он это рядом с его кораблем. Надо поискать его агента. Возможно, ему нужна помощь. Смотри, какие там огнеметчики бродят. Матерые чувачки. Так, у нас уже есть 9000 болтов. Я предлагаю купить вот эту штуку. Так, я купил его. Кстати, мистер Зуркон сделает всю работу за тебя. Значит, мне нужно теперь выбрать его. Пожалуйста. И он просто будет летать со мной, что ли? Ну, я стреляю бластером. Круто. Прикольно. Отлично. Короче, я поменял его местами с чем? С гранатами. Ну ладно, пусть вместо гранат будет, хорошо. Меня еще и огнем попало. Можно ли... Ой, его взорвать можно, баллон вот этот взорвать можно. Внимание, будущий покупатель. Магазин спорттоваров Скида Макмаркса приветствует ваш энтузиазм. Однако вы вторглись в частные владения. Пожалуйста, покиньте стройплощадку. Кто это болтает? Вот класс, патронов нет. Черт. Ладно, с огнеметом. Ой, болото. С огнеметом тоже можно побороться. Ну хватит уже выпрыгивать. Вон нам вот туда надо. Привет. Как дела? Давай посмотрим, у кого огнемет круче. Мой оказался круче. И у меня кончились патроны. Патроны. Воу, как он умеет. Так, вот тебе. Мне нужно вызвать робота, походу его кокнули. Робот, вызывайся. Красавчик, выручил. Так, давай посмотрим карту. Все ли я тут делаю правильно? Да, кажется, все правильно. Идем как надо. Касочку взять можно? Нет, нельзя. Внимание, будущий покупатель. Мы благодарим вас за проявленный интерес. Однако ваш отказ покинуть это место вынудил нас активировать роботов-конструкторов. Всего хорошего. Ну вот. А где эти роботы-конструкторы? Засекли необычную энергетическую сигнатуру рядом с крюками. Полагаю, это какое-то устройство Dread Industries. Ну ладно, давай осмотримся. Так вроде мы как уже осматриваемся. Они все лезут. Палатка старт.
протокол. Для тех, на кого ночью нападает Жор. Кажется, путь свободен. Блин, вот гаечный ключ – самое мощное оружие. Поступление скейтов, гравибайков и гироциклов ожидается лишь следующей осенью. Сейчас вас здесь ожидает лишь смерть. Хм, как добренько. Враг убит! Давай наверх. Опа! Карточка, отлично. Ну-ка, ну-ка, покажите нам, что там за карточка, не то нажал. Открываем ее. О-о-о. Еще пару карточек комплектов. Ну, прикольно. Чего у тебя уже? Нажмите, чтобы начать обмен. О, я могу обменивать? Чтобы совершить обмен, выберите карточку и нажмите. Для примера, допустим, что дальше обменять на карточку. Так, бонус за полный набор. Вероятность выпадения гало-карточек повышается на 5%. Это круто. Ой-ой-ой-ой-ой, неудачненько вышел. Акулы меня так и хотят. И норовят сожрать. Так, я думаю, что нам... Где мы вообще находимся по карте? А-а-а, вон туда не забежали. Давай обратно возвращаться. Чёртова акула. Надо вернуться назад. Там есть миссия. Миссия. Как нам обратно вернуться? Прикинь, перезашел, короче, ну, зареспаунился, и у меня лифт тут застрял. Вот, это, конечно, неожиданный поворот. И как мне теперь обратно подняться? Черт. Ну ладно, бог с ним, с этим лифтом. Я думаю, что мы в обход пойдем. Там же можно вернуться будет? Я думаю, что как-нибудь там можно будет. Разберемся. Где наш не проводало? Не проводал, да. Где наш не пропадало? Мы же настоящие рейнджеры. Тут есть лазечка наверх. Собственно, туда нам и нужно. Слушай, не усложняй себе жизнь. Скажи, где он, и мы тебя не тронем. Да я понятия не имею. Вы же знаете, какие они, эти звезды. Делают, что хотят. Давайте мирно разойдемся. Это кто это болтает? Вот только скормим тебя акулам. Помогите! Эти чудовища пытаются меня убить! Привет! Убейте Ломбакса! Мистер Джорда несет вам смерть! Вот и все, всех раскидал по-быстренькому. Вон они, вон. Убей их от меня, слышишь? Я тебя прославлю. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Впечатляет. А вы никогда не думали заняться этим профессионально? Огнемет против вертолета. Вроде бы это все. Эй, вы небось те два героя, что спасли моего клиента. Стойте, не говорите. Кречет и Клинк. Рэтчет и Кланк. Да-да, чудесно. Скрежет и Планк. Хорошо звучит. Большой маркетинговый потенциал. Слушайте, мы с моим клиентом во время спешного отступления к кораблю потеряли друг друга из виду. Я бы пошел его искать, но здесь полным-полно песчаных акул. Не выручите меня. Вам нечего бояться, сэр. С песчаными акулами покончено. Чудесно, чудесно! Вы смельчаки. Я могу вас раскрутить. Всегда рады помочь. Мне Кланк нравится. Такой спокойный всегда. С холодным рассудком. Мы очень признательны вам за помощь. И куда вы теперь? В больницу, наверное. Надо ногу показать врачам. Госпиталь? Скит, брось. И хуже травмы были. Что же мы тогда будем говорить спонсорам? Мне что-то начинает казаться, что тебе на меня типа наплевать. Ладно. Ну а ты что скажешь, железяка? Рэтчет. Вот именно. Хочешь стать знаменитым скейтером? Вот этот инфобот тебе все расскажет. Просто скажи, что ты от Дона Вандерстара. Пришло время ежегодной гонки на скейтах в Blackwater City на планете Рилгар. Вы, юные экстремалы, готовы похвастаться своим владением скейтом?
Тогда спешите на Рилгар и примите участие в нашей безумной гонке на куске пластмассы с реактивной тягой. Насколько безумной? Послушайте наших предыдущих чемпионов. Я никогда не упускаю шанса поучаствовать в этих гонках, кроме следующего года. В следующем я не смогу. Я не чувствую пальцев ног. Это нормально? Победителей ждут денежные призы и галокарточки. Так что прилетайте на Рилгар и поучаствуйте в самом экстремальном состязании в галактике. Желаю всем выжить. Ну, прикольно звучит вроде. Надо будет на эти гоночки сходить. Давай, братан, счастливо. Надо же, мы спасли знаменитость. Надо бы поглядеть, что там за гонки на скейтах. Так, значит, у нас еще одно невыполненное задание, но вот сюда, куда мы не смогли пробраться. Из-за сломанного лифта пойдем, попробуем снова. Ой, зря я слетел. Так, ну вот, мы на месте. Нам теперь бежать надо вот сюда. Сенсоры засекли необычную энергетическую сигнатуру рядом с крюками. Полагаю, это какое-то устройство Drag Industries. Сейчас разберемся. Давай осмотримся. Так, подсвечен гаечный ключ. Но нам, наверное, вот сюда все-таки. Фух. Теперь сюда. Я все думал, чем же уничтожать вот эти вот штуки подрывные. Но у меня же есть огнемет. Это Пит Макмарк. Не грустите, что пришла зима. В отделе сноуборда вас ждет новейшее снаряжение для рассекания по снегу. Когда все круто, блин, патроны кончились. Ладно, давай сделаем по-другому. Вот и все. Пахнет круто, так же, как я. Особое предложение. Идите в отдел для просерфинга и скажите пароль «Да, чувак!» И вам дадут 5% скидку. «Да, чувак!» Надо запомнить этот пароль «Да, чувак!» Точнее, промокод. И мне дадут 10% скидку. Это что, ствол? Рэтчет и Кланк нашли портативный гидротранспортер. Он разработан доктором Нефариусом и может перемещать воду из одного места в другое. Давай попробуем. Ого! Так, 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 вниз можно спуститься и теперь подкрутить вот этот болтик. Надеюсь, что там? А, там снова нужен этот гидротранспортер. Куда он нас приведет? Скорее всего, к галокарточке. И теперь герои могли одним нажатием кнопки наполнить водой целый бассейн. Much be easy. Транспортер разработали для прочистки туалетов Валькирии, но Рэтчет понял, что на нем можно перемещаться по всей галактической канализации. Ха-ха, ты понял, да? Они, короче, сделали этот гидротранспортер для чистки туалетов. То есть, по большому счету, у меня умный Вантус. Смарт Вантус. Так, тут все? Да, все закончили. Можно отсюда улепетывать. Ю-ху! Сейчас мы за тобой забежим еще в магазинчик, посмотрим, что у нас там есть. Надеюсь, что-нибудь новенькое появилось. И можно будет возвращаться или лететь на другую планету. Возвращаться к капитану что-то не очень хочется. Ну-ка, что в магазинчике? Мистер Зуркон так и просит апгрейда. Ничего нет, могу купить боеприпасы или апгрейдить свой воспламенитель. Так, огнебластер. Огнебластер не хочу, воспламенитель. Давай прокачаем. Дополнительные болты. Вот это вот сейчас попробуем открыть. Ну вот, готово! Что у нас тут? О, доступно загадочное улучшение. Стабильная плазма. Шары плазмы, которым стреляет воспламенитель, летят дальше, что позволяет уничтожать врагов с большой дистанции. Это очень круто. Есть еще два камня. Можно улучшить что-нибудь. Ну, вот, например, боеприпасы. Давай сделаем. Все. Здесь качал.
можно оттуда сматываться. И куда мы полетим теперь, ты узнаешь в следующей серии. Если тебе нравится Ratchet & Clank, то не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, чтобы не пропустить следующего видосик. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем ролике.